прошла утренняя тренировка, прошел завтрак, полежала 10 минут в кровати, и началась культурная программа. У меня даже руки трясутся, я думаю, как же, это важный момент, тут такие люди. Во-первых, тренерский штаб здесь есть, а во-вторых, вот, Артем, представь, пожалуйста. Да, я вас представлю, это мой друг, мой ученик по тайскому боксу, у меня занимается тайским боксом, очень способный в тайском боксе, еще плюс к этому он президент Абрау Дюрсо, Павел Борисович Титов. Вот он с вами все сейчас приветствует. И расскажет вам все. Здесь-то у нас все, везде жарко практически, сейчас мы скоро погрузимся на некую глубину и покажем вообще, как виноделие у нас работает, и в целом расскажем про нашу очень обширную историю, которую, в общем-то, потому что Абрау Дюрсо – это один из старейших домов винодельческих в России. И очень, с очень богатой историей, очень интересной, и мы потихонечку будем ее рассказывать. Легенды какие-то ходят, да, то, что кого-то там забыли, да, в туннеле. Ну, была, на самом деле, очень, ну как, с одной стороны, смешная история, с другой стороны, для не очень смешная, наверное, для человека, которого там изряли. Ремонтировали туннель, и один из строителей, после этого большой, длинный уикенд был, то есть там три дня, где-то, ну, какой-то праздник еще присоединили. Но он, в общем, в пятницу, когда доработать, решил отпраздновать, потому что впереди уикенд, и спер бутылочку и выпил, ну, и заснул там. Просыпается, свет выключен, 5,5 километров темного тоннеля, ну, идеальная темнота просто. Ну, в общем, только руками вот так вот щупает, везде бутылки просто. Конец, на самом деле, смех, но человек, в принципе, тронулся. Он думал, что он там сидит годами. Когда его нашли на третий день, в темноте же теряешь любые ориентиры времени. Он вообще подумал, что на самом деле умер. Это какое-то вот типа наказание, то, что он только бутылки, потому что последнее, что он сделал, это украл бутылку. Так вот, здесь планировалось создать царскую резиденцию. Ну, от этой идеи потом отказались. И комиссия сочла, что эти земли замечательные. И в 1870 году выходит указ Александра II об учреждении удельного имения, то есть имения, которое принадлежало царской фамилии. И площадью 7230 десятин оно было передано департаменту дел. Само имение должно было стать образцом для ведения сельского хозяйства здесь, на юге России. Имение должно было приносить доход. Ну, из чего здесь стали выращивали табак, завели конный завод. Ну, больших доходов это не дано. И спустя буквально пару лет прислушались к агроному Азова Черноморского округа Федору Ивановичу Гиеву. Попутно он, помимо вот этой комиссии, которая была организована весной 1870 года, он сделал свои выводы. И в результате он написал, что северо-западное побережье Кавказа представляет собой одну из лучших местностей для выращивания винограда, что в самом скором времени здесь будет открыта новая Калифорния Берна, что здесь будут готовить самые лучшие вина в России. И его слова оказались пророческими. А вы не подскажете, зачем я неделю назад пить бросил? Я просто неделю не пью. Задегустируем? Ну, что, придется сорваться, да? Так, друзья, разбирайте, давайте, подходите. Кто-то некоторые особо нравится. Евгений. А тут ГАИ есть? Ну, раз тренера пьют, значит, и мне можно. ГАИ здесь это, тренера дегустируют. Давайте, мы все-таки не... Ну, правда, это же не напиваться, а лечиться, уважаю, в некоторых случаях, да? Слюни не вытекает. Неделю терпел. Не распробовал. Я ж дегустирую, я ж не пью. Ты с ним разговариваешь? Да. Как же ты тут без меня-то? В подвалах не пью. Ему так понравилась история, когда человека забыли. Очень пожалел, что не он был. Давайте проходим, посмотрим. Ну, давай будем задавать тоже вопрос. Этикетка от шампанского на здоровье. А где она? Изначально
пепси-колу русскую производили в Новороссийске. Пелевин даже писал в своей книге Generation P о том, что прекрасный вкус новороссийской пепси-колы. А здесь был Дональд Маккенбелл, президент компании PepsiCo. Приехал сюда, попробовал этот напиток, он заключил контракт на поставку нашего шампанского прекрасного в Соединенные Штаты Америки. Не называлось оно как «На здоровье». Так это отсюда, что ли, вот этот мем пошел? Тут, «На здоровье»? «На здоровье». Да, именно. Именно. И что прекрасно, то, что наше шампанское стоило столько же, сколько и мое шандон в ресторанах Америки. По своему устройству и оснащению подвал не уступали лучшим подвалам шампани того времени. В советский период, когда Браудерсу уже являлся локомотивом отечественного виноделия, этих подвалов стало недостаточно, и метрострой проложил еще несколько километров тоннелей. Таким образом, общая протяженность 16 тоннелей – 5,5 километров. Наибольшая глубина от поверхности земли – 45 метров. Единовременно в подвалах на выдержке могут находиться около 10 миллионов бутылок шампанского. Здесь, в подвалах, естественная постоянная температура. Круглый год около плюс 14-15 градусов. В апреле месяце следующего за урожаем года у виноделов начинаются самые ответственные дегустации, где из базовых вин разных сортов, возрастов, терруаров виноделы будут создавать основу для будущего шампанского – ассамбляж. То есть, подобно художнику, который на палитре смешивает краски, винодел будет работать с винами. Для чего нужен ассамбляж? Для того, чтобы из года в год сохранять вкусовой стиль бренда. Мы ведь как с вами устроены? Если попробовали что-то вкусное, что-то хорошее, значит, в следующий раз хотим приобрести этот же продукт, точно такого же вкуса. А как этого можно достичь, если природа никогда не повторяется? Только созданием ассамбляжа. Вот хотите верьте, хотите нет. Не существует здесь этой формулы под семью замками. 15% шардоне, 25% пино нуара и так далее. Если мы будем подходить таким образом, у нас будет получаться каждый раз какая-то новая марка. Все, что видите, все настоящее. Посмотрите, сложены бутылки особым образом. Штабели, у каждого штабеля есть свой кластер, где указывается просьба сильно не шевелить, они разрываются. И количество бутылок штабеля. И когда мы пройдем дальше, вы увидите, что кое-где в штабелях есть пустые. Да. И это лопнувшие бутылки. Мы говорили про процесс ремуажа, да, когда сводится осадок в бутылке. Вот когда она лежит так, как она лежит здесь, постепенно мертвые дрожжи выпадают в осадок. Вот этот осадок. Да? Осадок называется лис. Его надо свести, или мы будем пить мутное шампанское. Значит, эту технологию на самом деле придумала вдова Клико в своем кухонном столе, просверлив дырочки, по сути. И постепенно прокручивая, вот так вот оно должно быть, кстати, и вот так вот, прокручивая бутылку и повышая просто вертикальный, значит, градус, этот осадок постепенно сходит. Это процесс занимает примерно где-то месяц ручной работы. Как раз вопрос, как добавляется осадок, может после бутылки. Как раз и задали. Вот это демонстрационный вариант, это маленькая морозильная установочка, а в производстве у нас там мощная машина огромная, которая замораживает осадок. Так вот, для чего осадок замораживается? Дело в том, что осадок, он может взмутиться, и вино потеряет свой внешний вид. И поэтому лучше осадок заморозить. Замораживается, сейчас, когда пропилен гликоль, там есть сейчас ополосну его. И мы с вами увидим, замораживается осадок и некоторое количество вина. Вино остается совершенно прозрачным. Мы снимаем скобу, которая держит пробку. Пробочку выстреливаем. Вот. И вино остается совершенно прозрачным. Обратите внимание. Осадок. Замерзший осадок. Вот, пожалуйста. Молодец. Какого года? Урожай 2001 года, а шампанское приготовлено было, тираж сделан был в 2002 году. Это сколько стоит? 15 лет. Стоит 15 тысяч? Нет. Вот эта бутылка, чтобы не собрать, по-моему, 6 тысяч. Надо понимать, вот все-таки сколько стоит? Для меня это полный такой, знаешь, как откровение. Когда, в общем, это вот это вино, оно воздуха не видело.
2002 года. То есть это 14 лет. Ну и что, знатоки? Знатоки, внимание, вопрос. Как вам? Нормально. Если так пойдет, то... Это не то шампанское, какое вот на Новый год мы пьем, да, вот. Это вот, вот оно, самое первоначальное, как оно попробует. Это я с армией, ребята, комиссовался как раз в этот год. Я уже сколько времени здесь прошел. Ой-ой-ой, какой он вкусный. Да. Мы, ребята, на самом деле уже идем полчаса вот вдоль этого коридора. И нас преследуют вот эти бутылки. Все они полные. Все они как кому-то когда-то достанутся на Новый год. И правда долго идем. Очень долго. Кто-то ей не накидается. Самое главное, где тут ППП? Вот, ПП. И здесь ПП, ну только вот это не есть, а так-то все в принципе правильное питание. Диетическое. Слушайте, правда такой этот немножечко такой молодежный вкус. Такой как бы молодости попахивает. Гранд Зеро. С удовольствием, Артем, конечно, допью. Эдмунд, у тебя там есть что допить? Что еще раз? Что? Нет, уже не видишь. Судя по голосу, нечего. Может смешать, попробовать свою марку. Калаш такой. А блюд оригинален. А вот эта штучка... А, надо же, ну, клюв засунуть нужно сюда. Ферментация заканчивается. Кстати, вкусно. Четвертый бокал, он такой немножечко это, бодрит. Бодрит. И ты должен останавливать брожение. Кисленькое. Кисленькое, да. Вот. Но мне из четырех понравился третий. Брют, который. Ну, да. Он такой бодрящий. Ну, это слишком кисленькое. Как называется? Четвертый, да? Да. Вы тоже на работе выпиваете? Очень часто меня спрашивают просто вопрос. Миф ли это? Я про заговорюсь, слышал. Мы во все верим. Ну, в общем, есть такой вот, как принц считает, что там казаки гусары открывают всегда все саплями. Между прочим, молодые предприниматели иногда тоже. Сначала показываешь, что он как-то... Ну, там пока это... Сколько не скопились? Поскольку нас много, я второй. О, кстати, я ни разу еще не пробовал, хотел всегда. На слово «момент» за снятие. Сейчас, ребята, я тоже замедлю, там что получится. Ну это профессионализм, а по-другому не могу назвать. Не, ты всегда это делаешь. Так нельзя делать с первого раза. Чтобы научиться это делать, надо много шампанского. У меня где-то было. Там где-то мини-взрыватель находится. Концепция нашей экспозиции – это light line, то есть линия света. У нас имеется 5 инсталляций, все завязаны на данной тематике. И также у нас есть спецпроект нашей выставки – инсталляция в формате виртуальной реальности. Посидим, конечно же, все. Потом уже выразить свое мнение, что вам понравилось, либо мне, я думаю, у меня такой вопрос. Да. Синие носы представлены? Кто еще раз? Синие носы. Какие синие носы? Не совсем вас понимаю. Ну что, не знаете, какие синие носы? Ну, целующиеся полицейские... Ой, сейчас я наговорю. Я сейчас на срок наговорю. Ну, синих носов нету, да? Я так понимаю. Нет, будем считать, что нет. Ну, есть множество других увлекательных вещей. Проходите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой, с похмелья сюда не заходи, а. Инсталляция циклична, циклы составляет порядка 10 минут. А туда пройти можно? Нет, да, ну, я думаю, не то, чтобы очень. Это ребята,
ребят, на самом деле. Космическая Одиссея 2001. Я сейчас общаюсь с этим, с параллелепипедом. Сюда всех допускают? В общем-то, да. Ну, а если у человека психическое расстройство, как у меня, например? Я думаю, не очень с этим повезло, как бы, на самом деле. Да? Я думаю, это вопрос докторов, как бы, а не нам. Получайте, пожалуйста, очки. Слева на очках есть кнопочка включения. Проходим внутрь, включаем, а лучше сделаю я это сам, чтобы наверняка все работало, да, получаем и заходим. Это по современным российским нанотехнологиям, да? Да-да-да, Сколково. Да, именно они как раз, вот это импортозамещение в действии. Ой-ой-ой. Обалдеть! Я не знаю, ребята, видно или нет, но я вижу Вселенную, я вижу смысл жизни. А правда, что фильм «Интерстеллар» здесь снимался? Мне кажется... Ну, тематика примерно, да, такая. Да. Рыба. Никитос, одень очки, посмотри, вообще что там происходит. Ну какие же без очков, что это? Не, ты просто меня не поймал. Не-не-не, без очков непонятно. Это же рыба плавает здесь. А это уже это конечный этот, который убивает напрочь, мозг выжигает. Да-да-да, это все, это открывается чакра, и ты падаешь. Сейчас, наверное, 4 человека с ума сошли в просмотре этого всего. Павел Борисович, какой же вы хороший человек, а? Спасибо, я за стараюсь. Не будь я в партии Родина, голосовал бы за партию Роста. А так вот. Начинается мелкополитическое предательство. Но я этого не говорил, это же шутка такая. Ребята, короче, сегодня хотел сделать видео «Идеальный день сборов», да, там, завтрак, тренировка, вернее так, тренировка, завтрак, там что-то, купаться в море, потом еще что-то там заниматься чем-то. Получилось все наоборот. С утра еще было нормально. А потом все пошло как-то наперекосяк, и в итоге я на вечерней тренировке никак не поучаствовал. И самое главное, что сейчас даже на ужин не хочу идти, потому что вообще никакого аппетита нет. А вот Витя идет. Витя идет, потому что надо. Не хочется, но надо. Да? А на обед что это вкусненькое было? На обед что-то было ошибочное. Вряд ли это вкусно можно назвать. Тоже было надо, я съел, вот теперь жалею. Пойду заем чем-нибудь полезным. Обед заем ужином. Ну да, и когда не сам себя готовишь, всегда оказываешься в заложниках, да? Либо повезет, либо не повезет. Не, ну а я себе нравлюсь, смотри. Шея, мне кажется, начала. Ну ты же заметил, что шея начала? Появляться начинает, да, в принципе. Я так замечаю ее тоже. Ну так, начал вытягивать вот так. Да. Шея начинает походить на шею. Вот, смотри, вот так еще так вот сделать. Так вообще... Ну ты не преувеличивай. Не, вот так надо жопу вот так вот отклячь. Сейчас ты успокоишься. Ой, лицо, конечно, сгорело. Я пошел, ты сейчас всю еду себе. Ну давай. Ну все, ребята, всем пока.